Всем привет! Сегодня я хочу вас пригласить скрутить небольшую веточку мимозы. Такая веточка отлично подойдет для декора поздравительных весенних открыток, а также для украшения подарочной упаковки. Нам потребуются самые простые и доступные материалы. Фоамиран для зелени, любой, кроме шелкового и зефирного. Бисерная тонкая проволока, акриловая желтая краска либо гуашь, кусочек синтепона и тейп-лента. Для зелени нарезаем фоамиран на прямоугольники нужного размера, складываем пополам и вырезаем листочек. Термопистолетом наносим максимально возможную прямую полоску клея и вкладываем проволочку. Зажимаем. Все делаем очень-очень быстро. Расправляем листик и бахромой под углом 45 градусов нарезаем боковинки. Удобно очень делать это маленькими маникюрными ножницами. Прислоняя каждую из сторон к не сильно разогретому утюгу, придадим ворсинкам красивую изогнутую форму. От горячего утюга клей в серединке листа расплавляется, что нам и нужно. Пальчиками сжав, прикрепляем проволочку к фоамирану еще сильнее. Собираем веточку поочередно по паре листиков, приматывая тейп-лентой. Разведем гуашь в небольшом количестве воды и с помощью спонжика или губки окрасим синтепон. Аккуратно распределяем краску, распушая синтепон. Можно сразу разделить на маленькие пучки. Время высыхания примерно 10 минут. Если, конечно, мы не переборщили с краской. Наносим капельку клея на проволоку. Крепим пучок и конец проволоки загибаем в петельку вместе с пучком, крепя его. Если вы, как и я, лет 25-30 назад с помощью спичек и ваты сами делали ватные палочки, то с легкостью накрутите не один десяток таких цветочков пушистиков. Обматываем проволоку тейп-лентой, изначально прикрепив у основания цветка синтепон. И собираем веточку.
Вот и все, наши веточки готовы. Очень надеюсь, что видео вам понравится, окажется полезным. А я буду рада вашим оценкам, пожеланиям и комментариям. Готовлю украшения для себя любимой. Обязательно покажу. До новых скорых встреч. Пока-пока.